Сиреневые ирисы так нежно, сладко пахнут, и сад, где они выросли, весь к солнышку распахнут. Букет хрустальной вазочки изящен, но не вечен, как будто стайка бабочек присела здесь на вечер. Их шелк прозрачно-призрачный взовьется и исчезнет. Но аромат их праздничный в моей душе воскрес. Сиреневые ирисы так изысканно прекрасны. Их мимолетность силюсь я запечатлеть напрасно. Ирис. Название цветку дал знаменитый целитель Гиппократ. Он назвал растение в честь древнегреческой богини Эриды, которая доносила людям волю олимпийских богов. Богиня спускалась по радуге на землю. Слово «ирис» в переводе с греческого означает «радуга». В японском языке «ирис» и «воинский дух» обозначены одним и тем же иероглифом. Ирис считается растением с мужским характером. Форма листьев ириса напоминает японский меч. Поэтому в композициях икебана листья ириса не располагают острым краем к зрителю. Это означало бы агрессию или опасность. Ирис символизирует стойкость. Когда цветок отцветает, бутон отпадает, а стебель остается прямым. 5 мая – национальный японский праздник, День детей. В это время в Японии цветут ирисы. Поэтому у праздника еще одно название – праздник ириса.